Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы снова в пятерочке и посмотрим цены. Что-то снизилось и что-то повысилось. Возьму вот эти лимончики из Узбекистан. Две штучки 109 рублей стоят. На лук, друзья, цена снизилась 49 рублей. Неплохой такой, кстати. Морковь мытая 54. Такая весовая по 30. Свекла 27. Картошечка 38. Рядом с домом я вчера по 20 чем-то взяла. Там подешевле в магазине. Огурцы 216 и 219. Цена вот такая. Китайская 130 рублей капуста. Расстроилась я, что помидоры мои подорожали. У меня там осталось еще два, но сегодня брать я их не буду. Вот такие по 169, 189 и 179 черри. Огурчики, ого, уже 299 рублей, ничего себе. Перец красный 259. Сахар привезли 56 рублей, белый такой, без упаковки. Белорусский, тот я еще не попробовала, не знаю какой. Так что есть все в наличии, 56 рублей, соль 34. Так, по акции по 94 рубля в ассортименте вот такое молочко овсяное. Лайт, классическое и шоколадное. Кто любит, приходите, покупайте. Завтраки, ребята, 89 рублей, шарики 89. А я вот этот возьму хлебушек, яблочный спас, нравится мне, очень вкусно. Кто не пробовал, попробуйте. На детское питание ни разу вам не снимала. Обзор 37 рублей, агуша, творожочки вот эти. Я помню, мои, когда маленькие были, Олег с Антоном, я им покупала такие. 37 и по 39 есть классический. Тёма. 51, кисель 49, растишка 55 рублей, растишка 32, а вот это 27. Вот такие какие-то новинки, биотворог. Я такое не пробовала, 34 рубля. И есть еще яблоко-груша. Кто пробовал, напишите в комментариях. Это наши вологодские продукты. Полезно, очень такая полезная штука, рекомендую. Даже ее в выпечку можно добавлять. 187 рублей, 9% стоят вологодские натуральные продукты. И 169, там, наверное, жирность другая. Обезжиренный. И 5% 139 по акции. Ну что, друзья, взяла я по акции за 139. Налеплю вареники с творогом. Сметанка 49,66, которую я вот эту беру, люблю брать. Сырочки здесь, не вижу цена почем. Ряженка наша вологодская 52 рубля. А простокваша 42. На масло растительное немножко вверх пошла цена. Семечка была ведь 119, сейчас 129. Слобода 125. Вот такое салатное 94. По 124. Вот такое. Оливковое 269. 359. Мука 99, селяночка вот эта очень вкусная, кому на выпечку, рекомендую. Вот такая 136, по 84 нижегородская, по 45 даже есть, друзья. Я не представляю, как наши пенсионеры выживают с такими ценами. Кисель 68. Дрожжи 21.
Молоко от Деда Мороза, какая упаковка красочная, прям такая новогодняя, качественная, хорошая. Посмотрите, 63 рубля стоит, а наша вологодская 69, 2,5 жирность 59, 1,5 жирность 58 рублей. Сливки наши вологодские 79, 74. Топленое молочко 39 и 49. Великий Устюг подешевле продукция, хотя Вологда ведь ближе находится, а Великий Устюг там дальше от нас намного находится. Биокефир 39. И здесь кефир. Посмотрите, какая красочная упаковка. Приятно в руке брать качественный такой товар. Прокладки девочки по акции Котекс 139 рублей. Вот такие. И 129. Так, что-то я не вижу. А нет, есть вот эти бюджетные с сеточкой. 59 рублей. Они тоже неплохие. Фэри 179. Это и то оно еще по акции. 104. Вот такие маленькие бутылочки. Средство для мытья посуды 99. Вот такое я не представляю, оно, наверное, вообще не пенится за 20 рублей. Для уборки вот это средство хорошее, мне нравится. Вот с этим ароматом 119 рублей. Стекла мыть 296. Для 59 вот такое бюджетное. И 69 это для пола. Пол мыть. Кстати, порошок вот этот по акции по 29 рублей. Неплохой, рекомендую, кто не пробовал. Просто, что вы за коробку не переплачиваете деньги. Так. Бимакс 399. Тайт 429, 3 килограмма. Ариэль 449, 3 килограмма. И 419. Вот такие вот цены. Яйцо вологодское 92 рубля. Вот такие по 89 отборные. 79 первая категория. Селяночка 74. 83 отборные. Я всегда отборное яйцо беру по красной цене. Можно купить 53 и 67 рублей. Макаронные изделия 49 рублей. Барилла 74 по акции. Что хочу сказать, что сейчас в основном все уже, я думаю, ищут себе товары по скидкам. Уже не берут то, что раньше нравилось, любили и на цены не смотрели. Так, вот такие макароны 49 и 54. Этой фирмы по 54 в ассортименте. Ну, по красной цене 16 рублей. Я не знаю, конечно, что там за качество макарон. Может, кто-то и покупает. Я, кстати, видела, что люди, их пенсионеры, покупают. Вот такие вот макароны наши. Салатик листовой 59 рублей. Капуста 159, которая нам нравится с Антоном. Вот такой свежий салат я не покупала. Не знаю, но он 99 рублей. Ой, картофель вареный по 49. Неужели кто-то его еще и покупает, этот картофель вареный? Здесь вот такие пакости, думаю, что студенты такое любят кушать. На работу многие берут. Так, доширак по 36 рублей. Картофельное пюре 29. 68 доширак. Ролтон 45. 44 с грибами. По 69 с курицей, большие вот такие банки, 68. Так, яблочки мои любимые. Я взяла себе пакет, вам просто покажу. Вот этот что-то вскрыт, кто-то вскрыл его, не знаю. Вот такие по 59, но они зеленые. Посмотрите, какие мелкие. Эти я вам не рекомендую, лучше вот эти зеленые. Так, сезонная 69, это вот эта сезонная гренни по 107, зелененькие.
Красные 113 рублей. Так, печенье вот такое 74 рубля. Кофе 359 за упаковочку. Сардина 69, чай 299. Кузя Лакомкин, вкусные, кстати, палочки 49 рублей и пачка большая. Ролтон 4+1 49 рублей, это надо 5 пачек купить. Вот такой вот сок по 39, 1+1. Манго малышам, кому нужно, но лучше компотик сварить. Скоро 23 февраля, сниму вам цены. Будете ведь многие салатики делать на горошек, кукурузу. Маленькая баночка 89, большая 148. Вот такой в стекле 95, но он что-то мутный какой-то. Посмотрите, он весь мутный. Может, так и надо, я не знаю. По 62 кукуруза. И такой вот горох 62. 31 по красной цене. Не пробовала такой, ничего не могу сказать. Огурцы 87. Сколько корнишоны? Думала, показалось. 214 рублей, друзья. Баночка маленькая. Обалдеть. Ну вот эти подешевле, по 139, такие маленькие. Хорошие тоже. И 189 вот такие. А здесь наше варенье вологодское представлено в ассортименте. Черника, клюква, облепиха. 139 рублей по акции. Не знаю, какое по вкусу, не пробовала, я сама закрываю. И малиновое 239, оно без акции, потому что... Покупки мои будут, значит, молоко шекснинское, творог, сметана, яблоки, хлеб и лимоны. Ну что, друзья, вот и все. Идем домой. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Ждите наше новое видео.